Новый дом для театра «Кукол» на Самарской 95. Реставрационные работы подошли к стадии причистовой отделки. Уже проведены все инженерные коммуникации, усилены несущие конструкции. С каждым днем пустое здание все больше становится похожим на театр. Мы с нетерпением ждем обретения нового дома, замечательного такого большого праздника и подарка. И для коллектива театра «Кукол», и в первую очередь для наших любимых зрителей Самарской области. Бывший ресторан «Аквариум», построенный в 1914-м в стиле модерн, сегодня памятник культурного наследия. Общая стоимость проекта и его реставрации чуть более 700 миллионов рублей. Больше половины денег уже пошли в дело. Сейчас финансирование заложено на 2017 и 2018 годы. Работы будут очень активно вестись в 2017 году. И при, очень благоприятных условиях мы можем надеяться на то, что уже в 2017 году удастся это здание завершить и, может быть, сдать в эксплуатацию. Материалы для строительства используют самые современные, а противопожарная система уникальна. В подвалах расположатся резервуары с водой для экстренных случаев. При этом первоначальный облик здания начала 20 века будет восстановлен. На фасаде вновь появится редкий барельеф, который многие годы был замазан штукатуркой. Там же очень довольно сложный комплекс сооружений в цокольном и подвальном этажах, где смонтирован индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая. А сейчас ведется разводка и подключение полностью по сетям электроснабжения. И вы сами видите, какой сейчас здесь температурный режим. То есть мы большое дело сделали, дав сюда тепло. После завершения работ в новом доме театра «Кукол» будет целых два зрительных зала. Большой на 250 мест и камерный на 50 зрителей. В пристрое разместятся административные помещения, гримерные и даже выставочный зал. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.